Ну, если говорить в широком понимании, то дети ничем не отличаются в разные времена, на мой взгляд. Но есть одно маленькое, но очень важное отличие. Наши дети подвержены очень большой информационной атаке. У них очень много информации, такой, во-первых, которой у нас не было никогда. И очень большие возможности в этом смысле получить любую информацию в любое время, дня и ночи, и за мгновение. Поэтому в этом есть естественная опасность для наших детей. Вот. Но, с другой стороны, в этом и большой плюс, потому что, на мой взгляд, наши дети от нас в этом смысле выгодно отличаются, потому что они становятся как бы людьми мира, у них более широкие возможности, и они получают возможность не тратить время на похождение в библиотеке, на ожидание каких-то редких книг. Они могут всю любую информацию, что касается обучения, добыть, то есть в пространстве. Так что, думаю, нашим детям то, о чем мы мечтали и смотрели фильмы фантастические в нашем детстве, эти дети сейчас имеют. Так что я думаю, что у них все будет хорошо.